Здравствуйте! Сегодня я вам покажу мастер-класс букетик. Вот такой симпатичный букетик у нас должен получиться. Для этого нам понадобится карандаш, клей-карандаш, ножницы, линейка и любая цветная бумага. Для подставочки мы берем стаканчик из попкорна, можете любой другой стаканчик взять, обклеиваем его цветной бумагой любого цвета, который вам понравится. Для листочков мы берем зеленую бумагу, нарезаем полосочки, отступаем 6 сантиметров, и вот такие вот симпатичные листочки должны у нас получиться. Итак, приступаем. Берем клей и склеиваем каждый листочек. Вот что у нас получилось. Теперь берем, сворачиваем их вдвое. Снова склеиваем край, чтобы соединить наш листочек. Вот такая красота у нас получилась. Я заранее уже подготовила цветочки. Вот такие. Можете любые другие вырезать. И теперь их склеиваем на наш листочек. Можно в букетик уже ставить стаканчик. Берем каждый цветочек и склеиваем. Вот такой у нас букетик получился. Спасибо за просмотр.